В Волоконовском районе благодаря фонду поколения депутата Госдумы Андрея Скотча местный комплексный центр социального обслуживания получил новое медоборудование. А у Центра культурного развития появился автомобиль, который позволит работникам приезжать с программой в самые отдаленные уголки муниципалитета. Тепло, комфортно, уютно. Все для качественной работы. В Волоконовском центре культурного развития признаются, не хватало как раз такого автомобиля. Небольшого, но вместительного и проходимого. 8 человек – это как раз-таки стандартный состав нашей арт-группы, которая у нас выступает в отдаленных селах, которые могут добраться и спокойно отработать свою программу, принося радость и удовлетворение всем нашим жителям. За помощью в приобретении новой «Газели» сотрудники обратились в фонд поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. И вот в торжественной обстановке передача ключей. Под громкие аплодисменты работникам культуры! Собравшихся поздравил глава муниципалитета. Сергей Бекетов отметил, волоконовские работники культуры отдают своей профессии много сил, частичку души. Доказательство тому – победы и призовые места в различных конкурсах и фестивалях. Авто, безусловно, поможет местным талантам стать ближе к своим зрителям. Будем слушать культуре, это давно известно, жить без нее так пресно. Также благодаря фонду у комплексного центра социального обслуживания населения района появилось новое медицинское оборудование. Здесь проходят лечение пенсионеры со всей области. Современное оснащение позволит увеличить охват процедур, которые назначают отдыхающим. Основное направление – лечение болезней суставов и опорно-двигательного аппарата. О, у меня сустав болит, я лечу. Все это как прогревается тихонечко. Это вообще отлично. Благотворительная организация уделяет особое внимание медицинской теме, в частности, помощи людям преклонного возраста. Это одна из приоритетных задач, начиная с 2000-х годов, когда в регионе начали открывать первые медицинские центры фонда. Они позволили сделать прорыв в офтальмологии, и это действительно так. Тысячи и тысячи наших ветеранов вернули зрение, увидели мир в других красках. Философия, она нисколько не поменялась, и фонд поколения приходит на помощь именно туда, где это крайне необходимо.